Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. В два раза больше денег в этом году выделяется в Кировской области на подготовку к зиме. В Министерстве финансов сообщили, что на предоставление субсидий местным бюджетам для подготовки систем коммунальной инфраструктуры к зиме выделено 255 миллионов рублей. Это почти в два раза превышает аналогичные расходы областного бюджета в 2022 году. За счет этих денег в 37 районах области пройдут ремонты и капремонты сетей и объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Экономика. В Кировской области снят карантин по гриппу птиц. За время действия карантина было обследовано более 18 тысяч проб биологического материала от домашней птицы и более 2 тысяч проб от диких птиц. Кроме того, специалисты обследовали более 20 тысяч личных подсобных хозяйств, вакцинировали свыше 180 тысяч птиц, рассказали в областном правительстве. Напомню, в этом году в регионе зарегистрировали 10 очагов болезни птиц. Все они были ликвидированы. В эфире «Экономика». 1 сентября в Кировской области будет запрещена продажа алкоголя. Ограничение на розничную торговлю спиртным прописано в региональном законодательстве. Исключение составляет продажа алкогольной продукции в барах, кафе и ресторанах. За нарушение требований виновным грозит административный штраф. Должностным лицам от 20 до 40 тысяч рублей, юрлицам от 100 до 300 тысяч, предупреждают в областном правительстве. Отмечу, всего в регионе продажа спиртного запрещается 4 раза в год. Кроме Дня знаний, ограничения действуют в День защиты детей, в День молодежи и в день, когда в школах проводятся последние звонки. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика».